Третья форма. Раскачивать радугу. Опустив руки вниз на исходе предыдущей формы, с медленным вдохом поднимите их перед собой и раскройте. Без малейшей остановки, выдыхая, смещайте вес на опорную ногу и приподнимите пятку другой ноги. Это делается на фоне легкого доворота в сторону. При этом одна рука естественным образом опускается до уровня плеча, а другая сгибается в локте так, чтобы центр ладони, точка лао-гун, оказался на одной вертикали с макушкой, точка бахой. На вдохе вернитесь в центральное положение и с выдохом проделайте форму в другую сторону. Общий характер движения должен быть плавным и тихим, словно раскачивается на ветру длинный тонкий камыш или ветви ивы. Скорость всех движений сдается дыханием, а оно медленное, примерно 4 секунды вдох и 4 секунды выдох. Две предыдущие формы гармонизируют потоки ЦИ и способствуют связи Земля-человек. В свою очередь упражнение «Раскачивать радугу» устанавливает связь с небесной ЦИ и создает условия для образования полноценной структуры Земля-человек-небо. В центральном положении с поднятыми руками мы привлекаем к себе небесную ЦИ, как бы вдыхая через пальцы. На фазе выдоха ладонь отправляет собранную энергию в точку байхуэй. А синхронный перенос веса с ноги на ногу создает эффект погружения в стопу, помогая прохождению небесной ЦИ от макушки до земли. Образ радуги между ладонями усиливает поток ЦИ и эффективность формы. Тело перетекает из одного положения в другое без остановки. Постепенно ваш ум также становится таким же текучим.